Создать уютную атмосферу в доме с пользой для здоровья можно, используя солевые лампы, которые в большом ассортименте представлены в магазине «Центр медтехники». Солевые лампы «Вандерлайф» из самого сердца Гималаев. При нагревании соли выделяются отрицательные ионы, которые оказывают положительное воздействие на весь организм. Солевые лампы безопасны в использовании, поэтому их можно использовать как ночник в детской комнате. Плафон солевой лампы изготовлен из древнейшей в мире природной каменной соли. Соль добывают в Гималаях на границах с Пакистаном. Источником света служит лампа накаливания 15-25 ватт. Благодаря содержанию железа в соли лампа имеет приятный красный оттенок. Лампы работают не только от стандартной сетевой вилки, но и от USB-разъема. Также в ассортименте есть и аромалампа из соли. На стеклянную подставку можно добавить несколько капель аромамасла, и комната наполнится приятным ароматом. Разнообразие моделей, форм и дизайна солевых ламп очень велико. Можно подобрать интересную форму в виде скалы, гриба или просто пирамиды. Выбрать форму, которая будет хорошо смотреться именно в вашем интерьере. Солевые лампы – это природный ионизатор. Отрицательно заряженные ионы, которыми наполнен воздух, оказывают положительное воздействие на лор-органы, успокаивают нервную систему. Солевые лампы могут стать прекрасным подарком к праздникам для друзей и близких. Приобрести их можно в сети магазинов «Центр медтехники» по адресам Свердлова 9, Полярные Зори 3, Щербакова 2 и проспект Героев Североморцев 15/1.